Всем привет! Если вы смотрите это видео, то вы попали на мой канал, с вами Дрейфор, и добро пожаловать обратно в Rayman Origins, и я думаю, это последнее. Наконец-то, заключительная, мать ее, серия по Rayman Origins. Возможно, у кого-то возник вопрос, почему не было этих самых уровней на время. А у меня такая штука, я проходил... половину где-то, ну не, я почти все прошел, но решил вторую серию оставить, мне не хватило уже, все, надоело, это так выматывает. А в итоге запись с камеры была не сохранена. Ну, я случайно удалил, короче. А, когда в Питер ездил, чистил место для телефона, и там было видео, я думал, я его уже отснял, выложил, а оказывается, нет. Вот. Ну и еще кое-что, что я тут, как видите, набрал 245 электунов. Почему не 246? Последний электун находится... Я его сейчас пытался пройти, наверное, минут 20. Это на время пройти один уровень. И я решил, а в рот я его манал. Мне этот глобокс нахрен не интересен. Мне вот по душе Рейманом, вот этим темным играть. Я его больше всего хотел открыть. Ни один скин другой я вообще никого не использовал, как вы могли заметить. Все новые скины я никого не использовал, кроме Реймонов, потому что Реймоны самые клевые. И этот уровень настолько вымогательный, что я... Да пошел он нахер. Просто вот серьезно, вот меня он задолбал. Земля покойников, финальный уровень. Ну что, ребят. Теперь у нас вот. Вот это. Бабульки, цветочки. Ну, набирать там тут некого. Бабок просто так бьем. Вон цветочки. Очень прикольные уровни. Вот на этих бабок, видимо, нельзя прыгать. Короче, эти уровни у нас будут самые сложные. О, воду нельзя трогать. А сохранений тут вроде как особо нет. Они все на бабульках. Точнее, не бабулька, на... Ну, вот когда вы... Тут, короче, очень большие уровни. Очень далеко находятся точки сохранения, поэтому... А, блин, надо было сердечко приходить из мира живых. На цветочки прыгнешь, все, комбец. Тут вообще спешить нельзя. Или надо иногда. Да что ж такое-то? Это будет очень сложно и очень долго. Потому что это финал. Надо вспомнить, как я проходил эти уровни. Убивал бабулек. Бляха-муха, ну как же это сложно, сука, а? Нельзя на нее прыгать. Ах ты, сучка. Сраные бабушки, а? Ведь ни одного деда. А чё промазал? Чё музыка такая? Спокойная. Блин, воду нельзя трогать, вот что, блин, ужасно. И это только первая локация, ребят, первая. Это самый сложный уровень, который есть в этой игре. Он и финал, считается, тут главный босс будет. А главный босс не из приятных, на него смотреть больно. А кем потом он окажется... Это вообще жесть будет.
Да, я думаю, этот уровень минут на 500 тысяч, поэтому готовьтесь к огромному количеству смертей в нем. Тут темным Рейвеном надо играть, потому что по тематике подходит, он весь темный, тут все тьма. Я думаю, мы придрочимся, нормально сможем пройти хотя бы чуть-чуть дальше, чем самое начало. Потому что это очень тяжело. Уровни действительно какие-то тяжелые. Но видишь, он не попал. А ведь надо всего лишь попасть. Эти цветочки так и норовят тебя сожрать. Кстати, я даже не знаю, зачем вот этих двух бабулек бить. Они как бы вообще... Кстати, вот эта вот бабулька, она в розовом, она является главной бабулькой, которая есть, была в самом начале, еще в заставке. Наконец-то мы про... Да, бля, сука. Продвинулись хотя бы чуть-чуть дальше. Ну, блин, не попал. Ой, как весь меня уже это говно. Да что такое-то, а? Ну, как это можно... Дошли, блин, а? Блин, ну попади ты, придурок! Слепой. Ты не видишь, куда надо прыгать, что ли? Мы вообще от начала хоть когда-нибудь уйдем. Сколько уже от записи там прошло? А, ну класс вообще, суп. А, во как можно. Сучка. Башкой своей. Правильно, мозгов нет, можно и башкой побить, чё бы нет. Да куда ты, мудень? Она меня откусила башку мне. Ага. Но это не так бесит, как эти уровни на время. Они вообще... Вот эти прям вообще, прям лафа какая-то. То мать, что они не напряг... Ну, не так сильно напрягается, как жопа, как при прохождении тех уровней. Тут хотя бы понимаешь, что это всего лишь начало уже. Тут, кстати, времени нет, ничего собирать не надо, просто тупо посмотреть на главного босса, завалить его. Здесь как бы да. Блядь, он не умеет, сука, замедляться, он придурок конченый. Ой, я боюсь представить, что будет в Rayman Legends. Это что вообще ад там будет? Там такие боссы, что просто кошмар. Ну, по-моему, там... Бля. Мы там очень долго будем сидеть. Дольше, чем сейчас. Там боссы вообще нереальные. Вот музыкальные уровни там легкие. Достаточно все. Да потому что я их проходил миллион раз. О, наконец-то. Смотри, продвинулись. Куда-то дальше, чем начало. О! Второй уровень! Да ладно, прикинь. О, музыка моя любимая началась. Вот эту музыку я обожаю. Тын-дын-дын-дын. Да? Да, послушайте ее просто. Кроме как прыгать, я думаю, нечего больше делать. Так, подожди. Мухи опять, эти твари. Слушай, может, подождешь, а?
Надо повыше, надо подержать. Не просто нажать. Ух ты ж, надо именно... Ну, почему она так и будет обрываться, что ли? Бабка! Бабка! Бабка пошла вон. У меня в глазах все плывет. Очень быстро. Вот это я дай, ёб твою. Бля, нет, ты не... Это не выход, да? Блин, да прикинь, все с самого начала. О нет! Господи, спасибо большое, что не с самого начала. Я так красиво бежал, вообще у меня все блёха замедлилось. Еще наоборот ускорился очень сильно, да. Это прям жесть. Фу, ну теперь я расслабленный, что так. Ну-ка давай, Крэмон, не расслабляемся. Ну так, ты, конечно, красиво очень пробежал, прям вообще, без базару, но, блин. Все-таки, как бы... Блин, я думал, игра без сохранения будет идти сейчас. Блин, а как он так не прыгнул-то? Спешу! Спешил. Ой, еще сохранение, да ладно. Ты вообще огонь, слушай. Там мертвец. Что-то второй этап по сравнению с первым вообще легкий был. Но главное, что музыка не ставится, она мне нравится очень. Что это? Слушай, реально. А, тут надо удар. Слушай, ну первый был вообще какой-то, реально. А этот прям... Эти два совершенно вообще несложные. Вот первый прям был как... Ну, может, потому что... Не знаю почему, я не хочу гадать. Я просто понял, что... Ай, на бабку надо было, она не просто так. Я просто понял, что... Ёлки-палки, да этот уровень был самый вообще сложный. Босс, кстати, вообще, как я помню, не сложный. Он очень простой. Там просто надо вроде успеть. А обязательно вообще прыгать? Я вот так что подумал. Обязательно вообще было прыгать? Ну, давай попробуем. Мне не впадло добежать до сюда. Здесь очень легко. Ну, блин, видал? Тут легко. Мы уже 15 минут сидим. А это ли... Нет, сейчас у меня интро короткое. Кстати, как вам интро? А, ну да, в таком видосе не стоит спрашивать. Он не наберет даже и 50 просмотров. Я не знаю, почему. Понимаете, цифра почти 13 тысяч подписчиков, она ничтожна, она ничего вообще не значит. Это не показатель. Понимаешь, у меня нет видосов, набирающих столько просмотров, сколько у меня количество подписчиков. Ну да, прыгать все-таки стоит здесь, я бы так подумал.
А за платформу ты не цепляешься, да? Жаль. Куда я поехал? Музыка такая классная. Были все эти подписчики подписчиками, а не так. Нажал и забыл совсем. А вот тогда тут на всех видосах было столько, сколько и на том. Да даже на Бличе сейчас уже все. У меня мало. И я вот сейчас думаю, нахрена я вообще этим занимаюсь? Это, конечно, мне интересно, мне нравится, но а толку, если это никакого результата не приносит? Я уверен, что даже если я запишу какой-нибудь там Mortal Kombat 11, записал бы, когда он был вот популярен. Ну, когда он только вышел. Я уверен, что у меня бы и с ним даже ничего бы не изменилось. Блин, смотри, финал. Ну ладно, пофиг. То есть у меня тоже там набралось, ну сколько, ну просмотров, ну 400. Пишите в комментариях, сколько вы просмотров набрал Mortal Kombat 11 у меня в первый день его выхода, и был бы он у меня на канале в этот же день. Вот сколько бы он набрал просмотров. Я сейчас ставлю на 400-500. Потому что, зная мой канал, зная моих... Блин, подожди. Давай добежим до конца, и я объясню. Зная моих зрителей, я знаю, что больше ты до 1000 бы не дотянул просмотром. А вот, кстати, кому я это сейчас все говорю? Это видео посмотрит максимум человек 50, я же уверен. И то они даже до этого момента не досмотрят. Я полностью в этом уверен. Пишите в комментариях, смотрите ли вы до сих пор? И смотрите ли вы с самого начала этого видео? То есть вы смотрите его полностью или так, промотали куда-то, оп, наткнулись, послушали и ушли? Или же вы все-таки смотрите, блин, ну как так-то? Мне будет интересно почитать. Смотреть, что вообще единицы думают. Мне не единиц, мне важно хоть кого-то. Это получается, прохожу чисто. То есть я намеревался проходить это для себя и для зрителей. Но, видимо, прохожу я это только для себя все. Так, бабулька. А, ну просто так. Наконец-то. А чё, эй, ну блин, это не так, ой. Щупать. Ну, это не прикольная опять музыка. Старая была, предыдущая была намного интереснее. Но она мне намного больше нравится, она мрачная такая. А это... Пам-па-пам, пам-пра-па-пам-па-пам. Что это такое вообще? В тему мертвых вообще не входит. Вот та прям мрачная была такая. Да, вот она подходила. Да что ж ты будешь делать? Она вот подходила, а это какая-то более веселая. Наверное, потому что огонь, типа, знаешь, все дела. Я вниз должен был, что ли, нажать? Как-то идти вниз. Ой, все-таки, смотри, хватается за это. А, ну да. Ни хрена себе. Что там дальше-то идет? Реймон, прыгай на камень. Летающий. У которого нет опоры. Это не камень. Это не камень, это гробы. Тут статуи тоже стоят из гробов. Надгробий. Нет, именно над... это именно гробы. А и он с крышкой. Жесть, мы прыгаем по гробам. Ну а что ты хотел? Это мне земля мертвая. Что ты? Тут, блин, все мертвое. Тут и воздух мертвый, и
И бабки тоже мертвые. Хотя не, бабки очень даже живые, я тебе скажу. Ну, они меня сумочками своими лупят. Рэймон, ну не так же... О, музыка продолжится. Прям в цель. Прям в грушу. Вот все говорят в яблочко, а я буду говорить в грушу. Груша круче. Ну, яблоко вкуснее, как по мне, но груша звучит... Звучит увереннее. Груша. Вот именно не груша, а именно гэкать, если груша. Как Копаточ. Копаточ, все знают, Копаточ крутой чел. Самый клевый смешарик после Кроша, конечно же. А кто у вас любимый смешарик? Если вы кто-нибудь смотрит это видео, напишите в комментариях. Ё, нельзя тут медлить. Кто у вас любимый смешарик? У меня это... Крош. А второй это Копаточ. Копаточ слишком охренителен. Он реально очень крут. Настоящий. Настоящий деревенский мужичок. Медведь. Груша. Огород. Лопата. Укуси меня, пчела. Да, здесь пчел, я думаю, немерено будет. Тут мухи, он летает. Как тут успевать это все, я не понимаю. Алло, эй. Эй, блин. Нельзя отпускать бег. Я на этот уровень убью, наверное, час, серьезно. Вот он. Блин, ну ладно, 20 минут, в принципе, на... А я сколько... Вот я даже не знаю, сколько я прошел половину или нет. Половину этого уровня. Если я прошел половину уровня, то, ну, в принципе, да, минут на 40, возможно. Но если не прошел, то... Пфф, еще долго. Да я вот опять, вот как в этом... Фу, куда ты так спешишь-то? Ну да, это мне надо говорить, я же его заставлю так бегать. Он спешит, чтобы его не сжарило. Вот тут надо помедленнее, да, согласен. Там, мне нравится то, что музыка там продолжается все-таки. Так, опять поспешил. Надо пораньше прыгать, я понял. Прям вот бабку ударил и подальше чуть прыгнул. Все, отлично, я все понял. Смотри, с первого раза. Ну, я тебе говорил. Языки пламени все равно меня задевают. Раймон, на гроб прыгай, а не на... Неприятно, да, башкой ударить собаку. Пламя. Он ведь заделал, он вообще не отпрыгнул. Ты же, блин... Ты в земле мертвых, ты должен вообще от воздуха отскакивать. Ты сам как мертвец, вон. У тебя зрачков в глазах нет. Если у тебя зрачков нет, значит ты умер. Ну и слепой. Но в большинстве случаев все-таки умер. Реально, а как вот тут вот? Бля, хомуха, я тебя обожаю, Раймон. Ты просто мой спаситель. Видал, да, сохранение как работает тут хорошо. Вон концовка. Ну хочу шо хоть. Вон оно чё. Надо вот сюда успеть. Подожди, а тут подождать можно? А, да, там огонь не сразу, смотри. А, понятно, меня толкает. В общем, я сразу на этот. Нет, мне не надо на этот сразу.
Так, надо понять еще, куда сейчас. Слушай, интересно, много ли времени я не убил в детстве? Надо бы от стенки, слушай, оттолкнуться, я думаю. Как ты задеваешь-то меня? Слушай, а может, действительно стоит подождать немножко? Здесь-то огонь, да. В натуре, слушай, а чё я сразу туда-то? Чё я в конце от концов туда-то сразу бегу? Во, я могу же вот так сделать. Ну и все, чё. Вау. Не прыгай, Реймон. Не прыгай ты. Ну что ж ты будешь делать? Надо просто вовремя нажать на полет. Не прыгай! Ты не видишь там огонь. А чё, норм. И так тоже сядет. Вот тут прыгай. Оп! 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 Ух, ёп. А я что-то летать специально, чтобы меня не задеть. Во! А вот и босс! Вот этот музон тут вообще. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Вот это чучело, ты посмотри на эту громадину. В лаве она купается. Да, ребята, прямо сейчас мы дошли до босса. Значит, я не половину прошел, значит, я уже на финале был. Ну какой? И это вот этот самый сложный уровень, добряки. А вот босс вообще изи, я помню, как с ним... Я за несколько лет до сих пор помню, как с ним драться. Надо ему на руки перескакивать. А, можно было успеть. Ой, на... Ля-ля-ля. А-а-а, букашка, уберите ее нахрен. Ну, колечками. Ладно, хорошо, она сложная. Но не экстремально. Главный босс, кстати. Ой, наконец-то Rayman Legends я буду на своем компе проходить. Потому что раньше он бы лагал. О! А, сейчас ей глаза лупить надо. Оставь ее без глаз. А дальше это не помню, что. А, понятно, не на эту. Кстати, если хотя бы раз запорить, все, сначала придется ее лупить. Так, сразу, короче, в руку. Давай. Ну не на эту руку, Реймон. Ну ты. Ты сначала думай, чем прежде чем прыгать. А музыка, кстати, играет. Первого босса цветочка. Это тема цветочка, а не главного босса. Это тема того цветочка. Он самый крутой. Он под эту музыку очень подходит. А ты нет. Страшила. Своей прической фиолетовая. Она напоминает мне и многоглаз. А, нет. У Лилы наоборот один глаз был. Кстати, если мы не попадем, нам придется еще раз. Итак, пока мы его не... Ну, если это надо на скорость сделать, короче. Как вы поняли уже. Да, это будет бесконечно, пока мы его не ударим. Так что выжидать, пока он будет там подольше, смысла не имеет. Поэтому сразу на вторую руку перепрыгиваем. На вторую, Реймон. Не на кисть, а на вторую руку. И даже у него 4 пальца, смотри. Чем ты тут занимаешься вообще? Мне интересно. Я ударю. Кстати, можно даже... Она... Бляха. Она может даже... Можно так... ну, тут надо быстро бить, потому что иначе она может остаться с тремя глазиками. Я помню, оставалась. С вот этими маленькими. И все равно продолжала кольца свои эти крутить. Пошла вон. Ой, блин.
Вот это я ее, конечно, там разворотил. Так, а вот что тут делать, я не помню, кстати. Ни хрена я там. А, понятно, опять кольца. Думаешь, это... вон прыщ вскочил у нее. Ты бы хоть ко мне приготовилась к моему приходу, блин. Зубы бы почистила. Фу, воняет изо рта. Отсюда чувствую. Потому что у меня... Не, я человек опрятный, я зуб чищу каждый день. Так что не надо меня. А вот она, видно, что... Такие белые, а у нее сырки темные. А у вас белые зубы? Или желтые? Но они не белые, у них вообще нормальный цвет. Он желтоватый должен быть. Белое тоже, если отбеливать там. Блях, вот видишь, не успел опять. У меня три глаза осталось, блин. Уродина. Да я же ударил. Ты же видел. Падла какая, а? Слушай, я уже на автомате прям похожу. Я специально, потому что, ну чё, не три глазика. Я сразу все сейчас вырублю, нафиг и все. Сколько у нее их там, интересно. Я рад, что эта игра 6+. Ну, по большей части 12+. Все-таки тут все-таки есть жуткие моменты, которые детям лучше... Ну, вот на это детям лучше не смотреть. Маленьким детям. От 6 лет. Точнее, до 6 лет. Поэтому эта игра рассчитана на 12-летних. И старше. Ну, я обязательно даже туда бегать. Давай свои кольца. Бум! И вот ее скрутила и... Блин, и все? Вот и все. Главный босс оказался ведьмой, доброй. А вот теперь, всех этих авторов сраных, я ненавижу, они уничтожают мои нервы. Уничтожат до единого, ну кроме верхней, верхней ладно. А вот эти вот, даб, бан. О, Розе пошла в жопу, все вы пошли в жопу. У меня, уничтожаю, последний лектун, давай я у тебя сломаю. На, и все. Вот так вот, вот мы прошли все. О, мэт, понимаешь, они все мэт, они вон все сумасшедшие. Слушай, а можно слово какое-нибудь сделать? Давай, давай пробуем дрейфор написать, слушай. Ну, если в строчке было бы... А, блин, да, нет, не получится. Блин, ну тут только если рандомно. А тут буква дата вообще где? Д. Сломал. Д, вон, Р. А... В. Ну, четверки. Блин, тут четверки нет. Ну ладно. Вот такая вот игра, ребят, да. Что могу сказать? Она очень интересная, реально. Если вы тем более любите такие вот приключенческие, такие сложные, да и достаточные игрульки. Слушай, а можно же вот так просто крушить и все. Мощь. Поскольку они будут длинными, поэтому можно с вами. Вот и вс... на этом, короче, игра заканчивается, да, больше тут ничего нет, больше мне ничего не открывается, проходить ничего нельзя. Если вы соберете всех электунов, то вы просто откроете последний скин темного глобокса. Вот, и больше ничего интересного. Вот, а на этом я заканчиваю свое уже целый год почти, больше года записываю эту игру, все никак не могу ее записать. Rayman Legends будет записываться намного чаще, это я точно гарантирую. Но начну летом, потому что если я начну сейчас, я не успею нормально все записать, потому что мне нужно готовиться к экзаменам. Вот. Ну. А на этом все. Всем спасибо за то, что смотрели. Надеюсь, есть хотя бы один зритель, который смотрел марафон... Ну, не марафон, короче, смотрел все 40...
Все 47 или 8 серий, включая эту. А если это так, я очень буду рад. Ставьте лайк, если понравилось это видео. Музыка поменялась. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео. Вступайте в группу ВКонтакте. Не забывайте следовать по всем ссылкам, которые в описании. Обязательно смотрите видео, которое показано на ваших экранах. Жмите на колокольчик. Не забывайте, что плейлист с этой игрой находится в подсказках и в описании под этим видео. И все, мы заканчиваем с этой игрой. Больше мы в нее не вернемся. Больше с этим ракурсом вы меня не увидите, скорее всего. Только с моего ПК. Потому что единственное, что я записываю в последнее время с компа брата, это Реймон. А все, что... А! Увидите еще, когда выйдет пятый эпизод игры Sally Face. Потому что она куплена у брата на аккаунте, и пройдено 4 эпизода все здесь. Все ачивки тут. Все. Ты че упал? Всем удачи и всем пока.